Одинцовские депутаты Совета депутатов от фракции «Единая Россия» Татьяна Одинцова и Нина Гинтова проверили ход капитального ремонта хирургического корпуса. Работы планируют завершить в первом квартале 2025 года. Здесь появятся комфортные палаты на 4 человека. К зданию пристроят приемное отделение, оснастят операционный блок современным медицинским оборудованием. В корпусе будет установлен аппарат МРТ.